Всем здорово, с вами Игорь Диаморф. И сегодня будет анбоксинг GTX 770. Наконец-то я займил эту видеокарту. Был выбор между вот этой видеокартой 770 и Lighting 770. Lighting, конечно, получше и погабаритнее, но дело в том, что уже не оказалось ее на розетке там. Я мог заказать в интернет-магазине, и, короче, не оказалось, вообще не оказалось нигде в наличии. Я не знаю, что случилось, может, так быстро разобрали, то есть вообще нигде не было. Вот, ну, короче, заказал, видеокарта, сколько там стоит, $350, то есть вообще бешеные доллары. Я мог чисто не обновлять вообще свою видеокарту. У меня до этого было GTX 460, и меня в целом она устраивала. Но какие плюсы лично для меня, то что уже эмулятор PCSX, я уже смогу нормально там сыграть без падения FPS. Хотя там эмулятор PS2, он по большей части зависит от все-таки процессора. Чем больше частота процессора, тем лучше. Вот. Так, ну давайте распакуем аккуратненько. Так, с той стороны сейчас. Ага. Вот. Так. Конечно, карта в последнее время начала дорожать. Там сейчас, чтобы не разорвать коробку. Начало, короче, в последнее время дорожать, да. Так, вот такой черный у нас, в виде, не знаю, сундука какого-то, черный ящик. Вот это тут идет комплекция, диски, все дела. Вот тут эмблемка еще есть MCI. Вот, карта MicroStar, 2 гигабайта, DDR5. Так, это туда же. Вот сама видеокарта. Вот, о, довольно-таки тяжелая видеокарта. Так, сейчас я ее распакую. Собственно, вот она. Вот мы видим MCI, два кулера. Хочу заметить, что эти кулеры там с помощью утилиты могут там разгоняться или наоборот. Ну, то есть как разгоняться, можно быстрее их крутить, а можно не быстрее. Вот, то есть такая эмблемка дракона. Ну, конечно, это желтая видеокарта Lighting, она, мне кажется, более габаритней. И, ну, не знаю, вообще они одинаковые почти. То, что та 70-я, что это 770-я. В принципе, никакого смысла даже переплачивать, я бы даже сказал, деньги нету. Вообще я не гонюсь, чтобы обновлять видеокарты, да. То есть я же говорю, то что 460 я мог еще на ней 2 года сидеть и вообще не париться. Вот, но так как мне пригорело, там стримы будут, потом может обзоры там новых игр будут, там на эмуляторе будем там играть, то я все-таки уже купил. И купил уже и все, и забыл, можно сказать. Идет видеокарта сейчас с комплектом, посмотрим, каким она идет. Блин, ящик черной Пандоры. Сейчас мы это откроем. Ага, вот он. Вот он, короче, открылся.
Переходнички тут у нас идут. Ну, такой с дизайном довольно-таки видеокарты. Раньше там просто ложили, да? Раньше, помните, как ложили с видеокарты там эти диски, там вот эти, и понаваливает, и все. А сейчас, конечно, отдельный ящичек создали. Все красиво. Так, вот сам диск с драйверами. То есть тут можно вот этими кулерами, да, что я имел в виду, можно не управлять, да. То есть либо сильнее они будут дуть, либо не сильнее. То есть там можно управлять в зависимости от нагрузки видеокарты, да. В общем-то, я смотрел бенчмарки, и почему я вот именно эту видеокарту выбрал, потому что, ну, 780-ю смысл переплачивать, деньги не было. Вот, короче, этот такой плакат или что тут. А, ну типа руководство идет. Так. Тут ничего такого нету. То есть ничего. Просто руководство, короче, и все. Вот. Ну и в коробке все. Больше ничего нема. Да, больше коробки ничего нема. Вот. Ну, в принципе, что? Нужно устанавливать видеокарту, и тогда я буду тестить GTA 4. Может быть, еще ничего не потестю из игр. Вообще я не игроман. Знаю то, что метро 2033, оно там вообще не оптимизировано, скажем так, игра. Вот, по сравнению с другими играми. Crysis 3 вроде как тоже. Потестю, скажу, что там, может, даже бенчмарк сделаю. Вложу на канале. Да. Вот, ладно, короче, друзья, с вами был Игорь Диаморф. Подписывайтесь, ставьте лайки, кому что понравилось. Я немного сейчас приболевший, поэтому как бы в голове сумбары, я не могу толком выразиться свои мысли. Я просто вот купил эту карту, разобрал ее, и сейчас буду смотреть, что да как. Просто сделал анбоксинг, да, может, кому-то интересно будет. Вот, ладно, всем удачного дня. Подписывайтесь. Пока-пока-пока.